ми вже готові представити нашого гостя. І встигнути розповісти всім знакам зодіаку їхній прогноз. А тепер вже кажи. Просто хочеться як скоріше представити нашого гостя. Він Іміна Нікору, астролога. Ще п'ятниці у нас виходить рубрика, в якій він розповідає гороскоп на наступний тиждень для усіх знаків зодіаку. Сьогодні він особисто завітав до нас. Дякуємо за те, що сьогодні завітали. Отож, знаки зодіаку чекають. Я нагадую нашим телеглядачам, що є можливість зателефонувати, поставити питання. А поки що працюємо в звичному режимі. Да, давайте тогда в общих чертах, что происходит у нас на небе. Солнышко по-прежнему идет по знаку Лев, отчего достаточно неплохо себя чувствуют Львы, Овны и Стрельцы. А при этом Луна, кстати, сегодня находится именно в знаке Стрелец. Очень рекомендую 2 дня посвятить чему-то духовному. Вот я перед тем, как заехать к вам, заехал в церковь на Лягина. Вот тоже рекомендую там заскочить в церковь, монастырь, там какую-то там вспомнить молитвочку, мантру, что-то такое. Ну, то есть, когда Луна идет по Стрельцу, очень благоприятно для этого время для всех знаков зодиака. Вот, Дева у нас сегодня пересыщенная, там Венера, Меркурий, Юпитер, то есть Дев, и все это в оппозиции к Нептуну, то есть Дев сейчас штормит не по-детски. Бедные Девы. Сложненько им сейчас, но немножко терпения. Могу пообещать Девам хороший день воскресенье, понедельник. Луна будет в Козероге, это для Дев будет очень даже такой приятный. Да, вернемся ко Льву. Львам было бы неплохо вторник-среду быть менее импульсивными, менее агрессивными, потому что они будут такие вот слишком... Ну и тем, у кого знакомые львы, старайтесь их не гладить против шерсти. Не будьте царями животных, да? Да, а то не знаю, чем это может закончиться. Особенно, если лев девочка, это вообще лучше... Львица. Только термоядерная смесь. Это будет 16-17, то есть говорить только комплименты и улыбаться. Вот, дальше, весы. Ну, весы находятся в своей любимой стихии, они вот в таком, у них и позитивненько, и негативненько, но они умеют балансировать, и сейчас ни одного плохого аспекта ко Льву. Единственное, по-прежнему Марс находится у Урана в оппозиции, то есть без надобности не лезть к электроприбору. А тем более, боже упаси, чинить их. Не будем допускать тебя. Не включаю в себе электрика. Да. Далее. Ну, как-то аккуратненько с электроприборами, потому что Уран – это такая вот планета, она за электричество отвечает. И аккуратно, быстро радиоактивными веществами. То есть, например, там… Никуда тебя тоже не отправляем в путешествие. Скорпион. Скорпионы, им бы немножко подождать, пока Марс выйдет из Льва. Они немножко напряженные, уже не так сильно, но тем не менее. То есть, вы, конечно, планируете что-то там… Но активное действие начинать рекомендую после 20 числа. Вот сейчас у вас немножко кривовато. Он у меня знакомый Скорпион, Николай, поехал в Железный порт. Вот все куда-то поедете. Оденьте лабутены и в Коблево. На песок, да. Идем дальше. А, представляете, на песке в лабутены. Скорпионы. Да, Стрельцы. Стрельцами немножко сказала. У них сейчас 2 дня очень позитивненькие, насыщенные. То есть Луна будет давать такой прилив сил. И потом следующий позитивный момент у них будет с 18 числа, тоже несколько дней. Козероги. Поскольку я козерог, то ничего плохого козерогам сказать не могу. Правильно. И так сложились планеты, что вот если здесь видно, 3 планеты с Девы дают позитивные аспекты к знаку Козерог. То есть сейчас вот где-то недельки 2-3 Козероги полны сил, новые идеи, самое время сейчас начинать. Особо хорошо к вам Луна войдет в воскресенье. В воскресенье, понедельник благоприятно посвятить дому. Причем не только Козерогам. Луна в Козероге способствует там где-то гвоздик прибить, там навести порядки дома. Да, там какое-то крылечко подровнять, то есть уделить внимание недвижимости. Что у нас после Козерога? Водолей. Водолей был сложненький период, сейчас он уже почти закончился. Вот-вот-вот Солнце уйдет из оппозиции, поэтому вот так же, как Скорпионы, планировать можно, но начинать активные действия лучше потом. Да, вот буквально вот. Вот когда Львам будет плохо, Водолеям будет хорошо. Как все балансирует, да, балансирует, да? Рыбы. Хорошо. Рыбы, вот я не знаю, хуже, чем у рыб, наверное, только у близнецов. Но 3 планеты в оппозиции. Что такое оппозиция? Это вот одна энергия соприкасается с другой и создается конфликт. Но рыбы, которые продвинутые, они это будут использовать иначе. Оппозиция – это когда много энергии. И
либо вы себе назначите какие-то большие усилия. Например, если вы занимаетесь спортом, вот сейчас сюжет был там не 5 килограмм, а 5,5 себе там эту конфетку или еще что-то. То есть какие-то дополнительные усилия включить, чтобы куда-то эта энергия выходила, чтобы она, иначе она будет рвать на части. Вот. Но поскольку рыбы, они все такие вот... Короче, вода в их аквариуме будет кипеть не по-детски. И это еще недельки 3. Вот. Но, тем не менее, я думаю, они справятся. Овен. Овны, вот так сложненько сказать про них. С одной стороны, овны, которые слабые, им сейчас будет сложно, потому что очень хорошие аспекты от Льва идут и очень хорошие аспекты от Сатурна, особенно от Сатурна, боже мой. Ну да, от Сатурна, Сатурн в Стрельце. То есть от Стрельца с Сатурном и Марсом. То есть будет много энергии, много движения, и придется справляться с большими оборотами. Тем не менее, хороший аспект от Марса сейчас говорит о том, что овнам, у кого в планах купить машину, там самое время сейчас. Или там ТО сделать, или там перекрасить ее. В общем, какие-то движения, да хоть даже велосипед, хоть вертолет. То есть машинная тема сейчас очень благоприятна для овнов. Я не удивлюсь, если сейчас на Олимпиаде в основном первые места позанимают овны. Потому что именно Марс... Кстати, это очень интересно проанализировать бы. Овны и львы. Вот прежде всего овны, потому что Марс — это спорт. Помимо машины, это еще спорт. И он благоприятствует прежде всего овнам. Если бы я не был такой ленивый, я бы взял бы вот всех спортсменов бы данные. И проанализировать. Да. Тельцы. Тельцам сейчас немножко легче, потому что Марс вышел из оппозиции, и кризисная часть у них закончилась. Могу пообещать очень хорошие воскресенье-понедельник тельцам. Луна будет в позитивном положении тельцам, то есть эрос Танатос, сюси-пуси, всякие там сексуальные фантазии. Вот. Близнецы. Близнецам терпение, терпение, терпение. 5 планет в напряженном аспекте, 6. То есть особо сильно, ни в коем случае не конфликтовать ни с кем. Плохой аспект Меркурия говорит о том, что всю приходящую информацию не то что 5-10 раз перепроверить. Если это информация от Юпитер-Сатурн, то есть связанная там с документами, с договорами, с чем-то таким, то лучше найти не одного, а 2-3 независимых юриста. Потому что, ну, как вам сказать, искажение будет идти, и они не всегда смогут адекватно принять решение. Это не то чтобы плохо, просто такой период, его надо пережить. И рак. Рак — это у нас такой самый глубокий знак. С раком иногда разобраться — это нереально. Вот. Но сейчас у них, я рекомендую зарыться куда-нибудь, не выходить из дома в воскресенье-понедельник, потому что Луна будет в оппозиции, они будут такие раки, похожие на львов, немножко на всех кидаться. Вот. Ну и повышенная ранимость будет. А так в целом ничего. Могу пообещать ракам очень хорошо. С 18 числа вот Луна войдет в рыбы, и раки будут просто расцветать. Вот примерно такая картина на сегодняшний день для всех и на последующую неділю. Ну що ж, ми хочемо сказати вам дякуємо за те, що завітали сьогодні, розповіли, який гороскоп і що чекає взагалі кожен знак зодіаку. Будемо сподіватися, що все буде добре, адже керуємо своїм життям ми в першу чергу. Нагадуємо вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні в нас в гостях був Веніамін Нікора. І чекаємо ще в гостях вас. Вже по п'ятницям хороша традиція або ж слухати від вас в сюжеті, або ж особисто почути гороскоп для себе, наприклад.